Всем привет! С вами магазин Десорт. И сегодня я решила провести экзамен для нашего директора. Проверим, как он знает обои. Да, Марина, привет. А то он все время заставляет нас снимать видео. Мы решили поиздеваться над ним теперь. Да, это. Ну и у нас будет первый раз новое видео. Мы так никогда еще не снимали. Раньше девчонки снимали обзоры каких-то конкретных каталогов. А сегодня вот издевается надо мной тут куча каталогов. Подложили свинью директору прям. Да, мы будем снимать видеообзор про конкретный тип дизайна. У нас на сайте можно так выбрать там тип дизайна, вот листья Монстера. Мы так сделали на сайте, вынули эти каталоги, и теперь мы их вам покажем, что это за обои. А я еще потом попробую смонтировать видео и попробую найти фото в интернете, как это все смотрится в интерьере. И мне кажется, получится вообще круто, огненно. Марина знает обои лучше меня. Ну, я королева обоев. Да, она королева обоев. Я надеюсь, она будет мне немного подсказывать, что и как. Я даже буду пробовать иногда угадать каталоги, которые тут лежат, там, несмотря на них. Я честно, я не переворачивал, не смотрел. Значит, вот этот каталог я точно знаю, что это турецкая дюка, или дюка правильно говорить. Название каталога я не помню. Давайте с вами посмотрим. Натура называется каталог. Значит, что тут сказать про листья Монстера, которые есть? Обратите внимание, у вас гигантский рапорт. Вот, они здоровые, просто немеренно большие. Они очень текстурные, а? Прям такие. Да, если их потрогать, крутые. Очень текстурные. Там, давайте посмотрим, что с цветами у них есть. Вот, цвета у них вот такой серый, стальной. Я понимаю, такого еще не было. Тоже такой какой-то натуральный зеленый. Действительно выглядит как листья Монстера. Ну и такой нежненький бежевый. С дюкой закончили. Возможно, ширина обоев. Ширина обоев в дюке метр. Я молодец? Молодец. Я молодец. Но цены не будем тебя мучить. Да, ну я думаю, около 3500, я точно не помню. Но думаю, что примерно так, сейчас цены меняются каждый день. Это я не помню, по-моему, это какой-то каталог AS Creation, да? Да, то? Правильно. Точно, но как называется каталог, не помню. Смотрим. Dream Again by Michalski. Это от немецкого дизайнера. Значит, давайте посмотрим, что тут есть. Есть натуральный зеленый цвет. Рапорт поменьше. Обои не такие фактурные. Ширина здесь полметра. Я думаю, там 1700-1800 рублей. Врать не буду. На сайте можно посмотреть. Если вы нас смотрите в Инстаграме, там к видео прикреплены ссылки с товарами. Там попадете к нам на сайт, и все видны. Вот. Ага, больше здесь нету. Но есть вначале вот такая вот какая штучка. Ага. Яркая. Да, с цветочками. Вот тоже очень так недурно смотрится. Мы, правда, с тобой снимаем кверх ногами, наверное, да? Ну, я ладно. Могу сейчас так перевернуть. А оп. Тут непонятно. Да, тут непонятно. Вот. Ну что, давайте... Закрываем. Закрываем этот каталог. Дюку тоже закрываем. Вот. Опа-на. Давайте смотреть следующий. Это точно французские обои. Это, по-моему, Уджипа, правильно говорить. Уджипа. Каталог называется Эскапа, да? Полуметровый. Пятерка винил, с плюсом. Винил на флизелине. Так, ага, сами обои. Что тут? Пугающие какие-то есть. Я не помню, сколько тут цветов. Голубые там еще. Еще самые красивые, говорят. Мои любимые. А, вот не тот. Вот смотрите, такие зелененькие натуральные. С блеском. Обратите внимание, блеск ее тоже можно пощупать. Прям вот все вот это. Оно выдавлено. Есть, я помню, вот такое серебро. Прям будет играть. Или да, тут тукан. Тукан. Да, какой-то тукан, пеликан, не знаю. Есть такие прям монстрические зеленые. Вот. И вот нам подсказывают, что еще есть где-то. Где-то еще есть. Вот. Оп, голубенькие. Вот. Возможно, цветов чуть больше. Сейчас все не покажем. На сайте можно будет посмотреть. Не знаю, кто в гриме, этот каталог я не узнаю. Ботаника Марбург. Ботаника Марбург. Это новинка. А? Новинка. Новинка, а поэтому и не узнаю. Вот. Значит, матовые. Прям достаточно текстурные. Очень мне нравится качество печати здесь, на этих обоях. Вот. Очень прикольно выглядит. Ну вот, картиночка такая. Мне кажется, в этом варианте они как текстильные больше. Да, выглядят. Здесь похоже на текстиль, правильно. Вот. Я думаю, что ширина, не знаю, но новинка метровая Марбург или полуметровка? Полуметровка. Полуметровка Марбург. И стоит... А, набрали метровка. Метровый, вот.
Тут от 2750 до 3,5 на сегодняшний день, в зависимости от дизайна. Вот смотрите, еще какие еще есть, такие голубенькие немножко. Очень красивые. Да, прям как текстиль. И вот я смотрю, есть бежевый вариант. Вот. Значит, следующий каталог. Точно знаю, что Marburg. Знаю точно, что метровый. Название не помню. Опа, casual. Самое обычное название. Вот. Смотрите, значит, необычный каталог. Такой модерновый. Сочетание цветов просто убойное. Розовый с серым. Такой бежевый, как состаренный, затертый рисунок. Здесь нет впечатления, что это текстиль, то есть такой текстильной основы. Они матовые, но, как, знаете, как краска нарисована. То есть впечатление вот такое на этих обоях. Значит, какой-то андеграунд с медью, непонятно с чем. Вот, но для фоновых обоев там за стеной в спальне будет огонь. Марин, ты бы себе такие постелила, поклеила бы? Я бы первую поклеила. Первую бы, она бы себе поклеила первой. Да. Так, эти мы уже видели. Кстати, наша клиентка одна сказала, что когда она наклеила вот конкретно эти обои, потом все к ней приходили и пытались все потрогать и отковырять эти листочки. Ну да, ну, как будто нарисовано, это точно. А, вот, значит, название. Мои любимцы Кореи. Точно, Корея, да, Южная Корея, огромные рапорты. Так, давайте развернем, как называется он у нас правильно. Опа, палет. Метровые. Это... И еще один какой у них плюс. То, что это... А, это, значит, здесь экологически чистый винил на бумаге. Вот. Обои метровые. И они еще длинные, еще 15 метров. Еще не все забыл. Значит, но еще обязательно скажи, что у королевы обоев Марины такие дома. Дома. Но, честно говоря, вот этот дизайн мне не очень нравится. Но не конкретно этот дизайн, а конкретно обои. Да, да. Эти обои у Марины, у королевы обоев Марины дома. Это мне не очень нравится дизайн, но это на любителя. Мне не должно нравиться все. Вот. Хорошо не тем, что рапорт большой. Ну, смотрится богато. Вот. Ну, не всегда мне это нравится. Есть вот такие вот серо-бежевые. Давайте быстренько так пролистаю, посмотрю, есть ли что-нибудь еще. Опа, нет, больше ничего нету. Всего два дизайна. Так, дальше идем. Тяжеленький. Я буду не я, это опять Marburg. Вот, название каталога не ательер. Помню. Ательер. А? Ательер. Ательер? Ательер. Метровый ательер. Марина 5. Текстиль. Marburg любит текстиль. Немцы любят текстиль. Серый цвет. Такой прям стальной серый цвет. Обои метровые, винил на флизелине. Вот, это вот такие я видел у клиента дома, значит, у них остальные стены были крашеные, только вот этот дизайн и белые двери. Смотрелось просто обалденно, и на полу была такая серая виниловая плитка. Вот, смотрелось очень круто. Ну, классический зеленый вариант, и, по-моему, здесь цветов больше... Нет, здесь есть, но есть другие вот, листики. Вот, да, вот такие листики еще есть. Вот, резные. Но это уже не монстера. Ну, давайте полистаем. Вот. В этой же цветовой гамме они, в принципе, исполнены, что и листья монстера. Так. Это, ну, не помню. Это тоже французы какие-то полуметровые. Лютэч. А? Лютэч. У Джипа мы французы смотрели, теперь это Лютэч. Давайте посмотрим. Так Лютэч здесь... или Лютэс? Да Лютэч, наверное, не знаю, как правильно французский будет. Вот. Французский язык не изучал. Здесь все такое более милое, более спокойное, не такое грубое. Вот, я бы это в спальню, в детскую, вот с удовольствием бы такое поклеил. Все, хочу сказать, постелил, привык к напольным покрытиям. Вот, оно такое более мультяшное, я бы сказал, не такое натуральное. Вот французы, кстати, этим обычно и славятся. Особенно лютэч или лютэс, не знаю, как его. Обои полуметровые. Вот, ну, здесь, вы знаете, как акварель тоже такой нарисовано. Так, что-нибудь есть еще? Ну, больше так особо. Ну, здесь в Монстера нет ничего. Вот. И последний каталог. Опять я актеров в Риме не узнаю. Не знаю, кто это, но давайте я думаю, что... Итальянцы. И, да, там, итальянцев я как-то не очень. Но выглядит богато. Так, смотрим. Элит. Действительно, богато. Вот. Прям текстиль,
Вот я не знаю, видно, не видно, играет на свету. То есть эффект такой 3D есть. Вот. Ну, это спальня, гостиная, ну такая классическая. Прямо ого-го. Ну вот. Есть варианты такой белый, светло-серенький. Ну, мне вот первый, кстати, очень понравился. И вот этот вот тоже коричневый, который тоже смотрится прям ух. Ну, реально очень солидно. Не знаю, слово элит там. А, еще вот есть, смотрите, какой пудра какая-то, да. Вот. А, как я прошел экзамен? На пятерку. На пятерку, но не без плюса, да? Ну, я лучше. Да, ты лучше, точно. Ребят, всем спасибо, кто нас смотрел. Первый раз мы такое видео снимали. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки, скажите, о каких обоях вам нужно снять еще видео. Снимем в первую очередь, а так будем стараться снимать обо всем. Всем пока. Пока.